Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Продолжаем Gradiator Rally. На очереди у нас Монако. Спецучасток номер 2. И играем мы на Опеле. Трасса у нас состоит на 50% из асфальта, на 50% льда и снега. Соответственно, первые два участка будут у нас легкие, а вот дальше будем мучиться. Да. Ну, точнее... Первый два участка еще более-менее мучение, а вот дальше будет жопа. Ой, ёпросто. Что-то как-то у меня уже не так пошло. Ладно, хотя посмотрим на остальную часть трассы, вспомним, что здесь и как. Да, конечно. Еду я так себе. Восемь секунд. Ладно, начнем, я думаю, заново. Будем тормозить. Это я знаю о себе. Лево 6, через трамплин 60.
Внимание, вправо 5 на 4, длинный, вперед. Лево 6, направо 6. Лево 5, 60. Лево 4, длинный. Через трамплин продолжается 80. Левая шпилька. 60. Право 5, длинный. Усложняется через трамплин и продолжается. Налево 5, 150. Опасна правая шпилька. 100. Держись по центру через трамплин. Лево 6, 60. Лево 4, длинный. Право 5, держись внутри. Лево 6, чуть длинный. Держись внутри, 100. Опасно, право 6, длинный. Через яму тормози, левая шпилька. 100, вверх. Лево 6, чуть длинный, трамплин. Опасно, лево 6. Право 5, усложняется на правую шпильку. 60. Лево 6, 60. Право 6, длинный, налево 6. Право 3, длинный, трамплин. Право 6, 80. Лево 5, длинный, держи внутри. Право 4, длинный, 80, через трамплин. Лево 4, длинный, трамплин. Направо 4 на 3. Налево 4, длинный, держись внутри. Право 5, длинный. Лево 5, чуть длинный, трамплин. Право 6, длинный. Лево 5, чуть длинный, 60. Развилка, право 1 на финиш. Пиздец, 22 секунды. Жестко, конечно, отставание. Но я просто не представляю, как там ехать быстрее. Направо 4. Налево 2. Совершенно не понимал, как здесь поворачивать на шпильках. Почему-то, когда я ездил на мини-купере, у меня такой фиги не было, то что когда переключаюсь на первую скорость, у меня машина тупо стоит, а здесь почему-то вот, все переключаюсь на первую, и она как вкопанная. Ни вперед, ни назад, стоит как стояла, блин. Из-за этого, скорее всего, я терял кучу времени. То есть, сами видели, то что на третьем участке я отставал на 10 секунд, а на четвертом уже на 8 секунд. Но там шпилек не было. И я просто не знаю, вот как это делать. Я уже и так и сяк пробовал, ну, вне кадра. А есть такая фигня, блин. Ладно, лед. Лед еще как-то можно справиться. Да, медленно, но при этом я не терял столько времени, сколько на этих шпильках. Здесь все более-менее. Ну, опять-таки, видели, да, то, что я чуть терял время. Но опять не так много, как это было на третьем участке. Направо, 3 на 2.
Трамплин лево один, чуть длинный. Стоп. Дальше полностью лед. Право 6 длинный. Через яму тормози. Левая шпилька. Права один на финише.